ДТК, то есть между садовым и ДТК, и дальше в пределах МКАДа, от ДТК до МКАДа, то опять же он попадает скорее в нулевую модель. Дальше опять же действует место жительства, и в общем-то заканчивается должностью влияние в пользу нулевой модели, а именно вторая должность. Это у нас менеджер. То есть менеджеры опять же скорее попадают в первую модель, хотя это влияние уже достаточно слабое. А вот руководители уже попадают в первую модель. Менеджеры в нулевую, руководители в первую. Образование в еще большей мере толкает, условно говоря, человека в первую модель. Неполное среднее. Материальное положение. Ну, из двух, учитывая, что был фильтр, у нас два материальных положения. Это, соответственно, низший уровень из двух. Он тоже толкает в первую модель. Должность 3-4. Это госслужащие, насколько я помню. И служащие офиса тоже толкают. Причем в наибольшей мере. То есть, вероятно, здесь 5 с лишним раз выше. Даже в 6 с лишним раз, учитывая, что это в проценты переводится, потом считается вероятность, даже в 6 с лишним раза выше, чем для тех, кто не занимает должность госслужащего и служащего офиса, вероятность попадания в первую модель. Допустим, что нас интересует какой-то профиль, и мы хотим понять, следует его отнести в первую модель или во вторую модель. Сейчас возьмем произвольный профиль. Вот, допустим, экспонент номер 1104. Мы хотим понять, какую модель следует его определить. Для этого мы должны запустить регрессию с нашими предикторами. Этими. И посмотреть сохраненную предсказанную группу. Первая или нулевая. Запускаем.